Сейчас поем в до миноре. Скажи мне сперва, сколько знаков имеет до минор? До минор. До минор, гамма, тональность до минор имеет? Два. Три. Три знака. Какие? Это си бемоль. До. Последовательность бемольных знаков. Вспомни. Си бемоль. Ми бемоль. Ай, сол. Ля бемоль. Ре бемоль. Соль бемоль. До бемоль. Правильно. И фа бемоль. Хорошо. Еще раз перечислю. Си бемоль, ми бемоль. Ага. Ля бемоль, ре бемоль, соль бемоль, до бемоль и фа бемоль. Фа бемоль. Хорошо. Если три звука знака имеет до минор, то какие? Первые три перечислим. Си бемоль, ми бемоль и ля бемоль. То есть до минор имеет три знака. Си бемоль, ми бемоль и ля бемоль. Да? Расскажи мне, пожалуйста, минор в трех видах. Минорная гамма в трех видах. Какие изменения бывают? Какие виды имеет минор? Мажор и минор. Лады бывают в трех видах. Первый – натуральный вид. Второй – гармонический вид. И третий вид – мелодический. В натуральном виде не бывает изменений. В гармоническом виде седьмая ступень повышается на полутон. Хорошо. А в мелодическом виде в восходящем порядке, когда гамма двигается вверх, то повышается шестая и седьмая ступени гаммы, а в обратном положении вниз как повышенные ступени отменяются, и гамма звучит в натуральном виде. Правильно? Давай споем до минорную гамму вверх в натуральном виде. Почему до? Это же на пол, на том, на до попадает, да? Си. Да, си. А как отменить этот бемоль? Отменяющий знак это бека. Значит, вниз говорим бека, да? Еще, давай. До, до выше, до. Повышается. Какая, какие это ноты в до миноре? Шестая. Быстренько. Ля бемоль. Повышается ля пика. И седьмая это си бемоль. Повышается на полутон. Становится си пика. Молодец. Поем. До. Чище пой. До. Главное.
И в гармоническом виде последовательность ступеней. Пятая, пятая, шестая, седьмая, первая. Поем в первый раз в гармоническом виде. Пятая ступень до минора это соль. Соль. Поем. Соль. Чище, чище. Соль. Выше, выше. Thank you.